Эйзекин, ты чего? Через решетку буду с ними миловаться, а так... Она, помнишь, она точно так же с Киарой себя вела. Она и хочет, и боится. Ну, это просто от страха, но агрессии нет, поэтому все хорошо, я думаю. Так, а эта парочка уже это полюбилась, да, Киара? Моя Эйзекин, моя девочка, это я. Моя умница. Ты мой сладкий такой, да. Темно здесь снимать. Ну ничего, сейчас вы походите тут, побалуйтесь, я вас выпущу на улицу. Хватит гонять. Хватит ее гонять, она большая уже. Глупышка. Ты даже на Киару, да? Она маленькая, я вам покажу. Да. Тут, блин, Эйзекин та еще штучка. А, мама. Все хорошо, малыши. Сейчас дождь прекратится, я открою вам улицу. Будете гулять все вместе. Здрасте. На Киару тоже? Скажи, все получат. Сейчас все получат, я всех боюсь. Хулиганка. И на маму-то кинулась. Мэйс, на меня тоже, что ли, бросишь? Сиди, я тебе хвостик потрогаю. Можно хвостик потрогать? Глупышка. Все хорошо. Я, говорит, буду вас любить через решетку. Ага. Ничего, девочка моя. Все будет хорошо. Ты точно так же на Киару реагировала. Все нормально.